В университете презентовали проект «Кружевная провинция». Его основная идея – сохранение старинного промысла. В рамках проекта при поддержке Российского фонда культуры провели различные конкурсы среди мастеров кружевоплетения, а также конкурс-дефиле «Все в ажуре». Участники – представители разных кружевных школ России, предприятий народных художественных промыслов, дизайнеры. Особое внимание уделили именно елецким кружевам. Творчество наших земляков было представлено на выставке. Елецкие кружева известны не только в России, но и без привлечения во всем мире. Впервые они были представлены на Всемирной выставке в Вене в 1873 году. С тех пор работы кружевниц из ельца выставлялись на всемирных выставках в Брюсселе, Париже и Монреале. Елецкие кружева отличаются от других, то, что они более ажурные, более легкие, воздушные. То есть в них вложена душа автора. У нас работает большой штат художников, кружевниц, высококачественные изделия, которые признаны образцами художественного достоинства Минпромторгом России. Они уникальны. В следующем году Россия примет чемпионат.